Всем здравствуйте. Скоро у нас День Победы, и я в честь этого праздника построил танк. Для начала я сделал бумажный макет, танк Т-34. Благодаря маленькой модели я вычислил пропорции и начал собирать деревянный каркас. Внутрь каркаса я установил два велосипеда и пару дополнительных колес. Сам корпус я обшил картоном, а потом в дальнейшем покрасил. Осталось его покрасить. Все навесные детали сделаны из картона и даже лопата. Всем спасибо.